У детского технопарка «Кванториум» появится 3 мобильных помощника. «Орел Тикмаш» занялся изготовлением первой машины, которая начнет свою работу в сентябре этого года. На этом видео представлен военный образец. Предприятие же адаптировало свое изделие под цели и задачи детского технопарка. В Орловской области создано, ну, запланировано создание 6 агломераций, то есть укрупненных таких районов. И в каждую из агломераций мобильный «Кванториум» будет приезжать на 2 недели. Он будет в течение 2 недель находиться. Дети в это время интенсивно работают в рамках предметной области технологии. То есть в первой половине дня обучающиеся 5-6-7 классов будут заниматься с оборудованием «Кванториума» в рамках своей непосредственной образовательной деятельности.